Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы находимся на ЖК «Новая Заря». Сделана сейчас гидроизоляция везде. Причем, я уже сколько раз говорил об этом, столько раз еще раз, наверное, и скажу. Делайте гидроизоляцию везде. Первый слой гидроизоляции мы сделали под стяжку. Я считаю, мое личное мнение, что второй слой гидроизоляции намного интереснее и эффективнее, чем первый, тот, который подложечный. Потому что, ну, есть нюансы, углубляться не хочу. В общем, второй слой гидроизоляции – это на усмотрение заказчика. То есть мы делаем это от себя, но я рекомендую это делать. Потому что неважно, кухня это, спальня или еще что-то. Сделайте гидроизоляцию везде. Сюда ушло, грубо говоря, 3 мешка – это 4 500 рублей. То есть, ну, можете представить, что 4 500 рублей. Мы за двери отдали 270 тысяч. Какие 4 500 рублей? То есть я говорю, 5 000 рублей стоимость вот материала, который мы раскидали. То есть, ну, сами понимаете, это смешно экономить уже на такой, но зато эффект будет очень хороший. То есть у вас, вы в любой точке можете просто ведро раскинуть, перевернуть, неважно, и у вас будет возможность воду собирать даже не торопясь, потому что уйти она не сможет, потому что у вас вот такой вот красивый бассейн. Вот, это что касается гидроизоляции.